Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Если вы зашли на это видео, значит, оно вам будет 100% полезно. Все потому, что совсем скоро в Польше, а именно в городе Краков, 21 апреля, пройдет грандиозное событие. И я очень рада рекомендовать это именно вам событие, потому что вы многие знаете, что я стараюсь каждому помочь из вас, я не даю какие-то платные консультации по поводу того, как адаптироваться здесь в Польше, я очень многим отвечаю на письма, вы просто не представляете, сколько писем каждый день ко мне приходит с разными вопросами, есть вопросы, которые каждый раз повторяются, есть разные вопросы, и я все равно, несмотря ни на что, отвечаю вам и стараюсь каждому помочь. Так вот, об этом грандиозном событии я узнала совсем недавно и стала частью этого события тоже, поэтому говорю вам о нем. Если же вы в поисках еще разных ответов на ваши вопросы, как адаптироваться здесь в Польше, как купить жилье, как получить образование, как взять кредит, как дать своим детям будущее, все это, на все эти вопросы вы сможете получить ответы совсем скоро. Всего лишь 21 апреля в городе Краков пройдет первая конференция для своих. То есть эта конференция посвящена будет ответам на часто задаваемые вопросы со стороны иностранцев. Очень часто так, что переезжая в какую-то другую страну, мы натыкаемся на какие-то ошибки, мы делаем кучу лишних шагов до той цели, вообще, за которой мы сюда приезжаем. Именно для этого и создана была первая живая конференция, которая пройдет в Кракове, и она будет с 9 утра и до самого вечера, то есть это на целый день эта конференция. Для вас будут выступать люди-практики, которые проживают уже не первый год в Польше, также это медийные личности, также это будут профильные компании, которые специализируются на определенных отраслях в Польше, то есть это работа в Польше, это бизнес в Польше, это те же инкубаторы. Это не просто будут люди, которые, знаете, пришли с улицы и опять там по законам, вы должны сделать то-то, чтобы не было того-то. Нет, это именно люди-практики, которые прошли весь этап уже, которые совершили очень много лишних шагов, которые совершили очень много разных ошибок, и они именно хотят с вами поделиться, как сократить путь до намеченной цели, как преодолеть страх, как адаптироваться здесь, в конце концов, очень быстро в Польше, и как, возможно, даже не работать на кого-то, а работать на самого себя, то есть как открыть бизнес с самого нуля, с чего вообще начинается. Плюс также будет тема о работе, то есть вся информация, как легализироваться здесь, на основании каких документов вы имеете право работать. Также это будет информация, где искать вообще работодателей и на какие нюансы нужно обратить внимание перед тем, как начать вообще работать здесь в Польше. Ну и третий профиль это будет по поводу жилья, то есть это как взять кредит жилье, как снимать здесь жилье, какие нюансы тоже для съема жилья, какой должен быть договор, ну то есть все от самого начала до самого конца. Если это вас все это заинтересовало, все, что вам нужно будет, это купить билет и приехать 21 апреля в Краков и посетить данную живую конференцию, которая рассчитана на целый день. Для моих подписчиков, друзей, конечно же, будет купон со скидкой минус 10% от стоимости билета. Вы всего лишь навсего должны ввести промокод с моей фамилией. Я оставлю вам ее здесь на экране, как она пишется, либо же в инфобоксе всю найдете более детальную информацию по поводу данной конференции, а также по поводу, как купить билет и какое слово нужно вводить для того, чтобы получить скидку. Но если же по каким-то обстоятельствам вы не сможете побывать на этой конференции, но очень бы хотели бы, то не расстраивайтесь, у вас есть такая возможность выкупить доступ к записям до начала конференции. И те, кто выкупят этот доступ, получат минус 70% от стоимости билета, и тоже вы должны будете ввести промокод с моей фамилией и получите эту скидку.
Для тех, кто выкупит билет премиум либо VIP, те получат доступ еще к автопати, которая будет начинаться с 18:00 до 20:00. Это очень классно, потому что именно на автопати всегда вы можете познакомиться более ближе со всеми людьми. Возможно, вы найдете потенциальных работников, а возможно, наоборот, вы найдете потенциального работодателя, с которым вы захотите в дальнейшем сотрудничать. Я безумно рада, что создали такую конференцию. И вы представляете, это все за один день. Вы сможете получить ответ на ваши вопросы, вы станете частью этой конференции, вы сможете познакомиться ближе с каждым из участников данной конференции. Также участники конференции получат закрытый доступ к группам Telegram, а также Facebook, где вы сможете поддерживать отношения, а также находить помощь на разные вопросы, на разные ситуации в вашей жизни. Ну и в конце концов вы просто сможете собираться все вместе, общаться, ходить в гости к друг другу, собираться на барбекю. И наконец-то что-то грандиозное произойдет для нас, для иностранцев здесь, потому что мы каждый из нас, даже я в том числе, ищу ответы для того, чтобы обойти какие-то проблемы здесь, в Польше, и дабы достичь уже наконец-то той цели, за которой я сюда вообще приехала. Поэтому не забывайте, 21 апреля в городе Краков пройдет живая конференция. Обязательно заходите на сайт организаторов и покупайте билеты. Надеюсь, что это вам поможет в будущем. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!